В Нарьян-Мар на днях прибыл экс-губернатор Ненецкого округа Алексей Баринов. В ходе поездки он посетил ряд социальных объектов, а также встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа Юрием Бездудным. Они обменялись информацией и мнениями о прошлом, настоящем и будущем субъекта. С подробностями Михаил Веселов. Собеседники легко и быстро нашли общий язык, и тот, и другой знают, каково это брать на себя весомый груз ответственности по руководству регионом, отвечать за его социально-экономическое развитие, судьбу живущих здесь людей. За время на посту главы региона сделано им полезного и важного для округа и его жителей было немало, и потому Алексея Баринова здесь не забыли. Это, кстати, проявилось и в ходе их сегодняшней совместной с Юрием Бездудным экскурсии прогулки по центру Нарьян-Мара. Горожане издалека узнавали, подходили, здоровались. Баринов не скрывал, он взволнован этим. Ему по-прежнему не безразлично, как развивается округ, меняется в лучшую сторону облик региона. Вот и на детской спортивной площадках на местном Арбате, улице Смедовича, заметно было, с каким одобрением он воспринимает увиденное там. Современные конструкции, безопасное антитравматическое покрытие. Не случайно же в любое время года сюда тянется детвора. Заместитель главы Нарьян-Мара Андрей Бережной говорит, что появятся и другие такие площадки. Например, на улице Меньшикова. Такие проекты будем просто по городу их развивать, так чтобы была и шаговая доступность. В то же время, так сказать, родители могли брать за руку своих детей и приходить. Ну, красивая какая, наряженная, яркая, конечно. Покрытие современное. И возможности для этого, как и для реализации других задумок, будут использоваться все, какие могут быть. Это и привлечение средств в рамках национальных проектов, и поддержка вариантов благоустройства, инициированных гражданским обществом, и конструктивное сотрудничество с компаниями-недропользователями на основе соглашения о социальном партнерстве. Алексей Баринов отметил, что это правильный путь, тоже с этого начинал, что дало свои плоды. И ему действительно удалось оставить преемником весомый задел на будущее. Наведались и в детсад «Семицветик», один из лучших на всем крае. Севере. Он подарен окружной столице нефтяной компанией «Лукойл». 360 юных нарьянмарцев посещают этот детский сад, где для них созданы идеальные условия. Прекрасный спортзал, зимний сад, отличный плавательный бассейн. Чаша бассейна у нас 6 на 10, 60 квадратных метров, глубина 70 сантиметров. Дети занимаются с 4-5 лет до подготовительного возраста. Очень светлые, уютные, теплые, со вкусом и душой оформленные помещения. Впечатлениями от нынешнего приезда в Нарьян-Мар Алексей Баринов охотно поделился. Я очень рад за вас, что город расцветает, улучшается. Условия и для детей, и для детского, для деток маленьких, и для взрослых. Я очень рад, что жизнь здесь развивается, улучшается. И дай Бог, что дальше еще хорошо будет. Ничего не могу плохого сказать, только положительные вещи. Полезным ли был этот разговор для временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного? По его мнению, безусловно. Опыт и суждения старшего по возрасту экс-руководителя – это то, к чему стоит прислушиваться. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, телеканал «Север».